тащу я ребята Харриза, его цепляет вот такая махина, и я долго с ними боролся, елки-моталки, но я ее достал. Наживка Харриз. Вот. Ну тут для сравнения зажигалка лежит. Вот, посмотрите ее глаза. Что в них отражается, не знаю. А Харриз пострадал, вот видите, бока все побитые. Вот так. И я их достал, двоих. Да, зубище там, конечно. Ой-ой-ой. Сейчас еще цепанет. О! Вот видите, бока у Харриза все побитые. Вот такая вот история, ребята. Небольшая. Дождя, чтобы сушиться, развели костер. Вот такая тайга. Тут вообще она не полазна. Дождь. Он сюда, и сюда залетел. Тут поля черемши, короче, ребята. Вон, смотрите, сколько черемши. Птицы поют. Вот так, под такой елкой мы, короче, костерчик сделали. Вот такой. Дождь, ребята. Все мокрые. Вообще. Кругом тайга. Мы без ружья. На куртке. Поля черемши. Вон она какая. Хоть косой коси. У нас здесь замечательный костерок. Сверху трушина. Снизу вот такой баланчик. Но все равно на сердце тепло. Правильнее было бы костер, конечно, сделать не под вот этой елью, а пойдемте посмотрим. Правильный костер было бы сделать, выбрать в другом месте. Вот тут таки дружка упавшая, видите. Правильный костер бы было сделать вот тут. Под вот этими могучими кедрами. Не, эти пять кедров. Пять кедров. Иголок нападало. И дрова рядом. И все рядом. Такая тайга. Эти дружки. Сейчас мы с вами, ребята, с этого кедра. Их тут пять штук стоит. Соберем вот эту кедровую живицу. Важно, чтобы кедровую живицу кедр отдавал сам. Иначе где люди там, они смазывают специально, чтобы кедровая живица быстрее бежала серной кислотой. Лучше вот в таких девственных районах собирать, где человека, короче, практически не бывает. Вот мы с вами вот эту штучку соберем. Ее разводят на масле. Делают терпентиновый бальзам, 10% бальзамом делают сибирскую чистку всего организма человека. Также он, это терпентиновый бальзам полезен в косметологии,
и полезен для всего организма человека. Ну, вот такие вот наши красавицы, могучие, поющие кедры. Когда вы покупаете кедровую живицу смолу, то она у вас будет, видите, с соринками. Нож запоганил, как рыбу вычистить, ничего не знаю. С соринками, с хвоинками. И примерно вот такого цвета. Не примерно, а вот такого цвета. Вот она. Видите? Ну вот, потеки свежие. Свежая живица. Вот. Вот такой он здоровый кедр. И тут 5 штук находится. 5 штук кедров. И надо собирать, где не ступала нога человека. Иначе, где человек, то могут рано нанести кедру. Кедру серной кислотой помазать, чтобы живица не сворачивалась и быстрее текла. А вам такое лечение нужно? Вам, конечно, такое лечение не нужно. Надо собирать живицу, которую кедр дает сам. Дождь в тайге. Все мокро. Моросящий дождь хуже всего. Но мы нашли место под могучими кедрами. Вот так тут 5 штук растет. И посмотрите, как тут сухо. И тайга уже приготовила нам, чтобы мы костер тут развели. Вот раз. Два. Три. А это морозобойная трещина. Макушки у кедров пышные. И ветер, когда дует неравномерно, образуются вот такие трещины. Вот. Черемша рядом под ногами растет. Пожалуйста, берите, угощайтесь. Деревья покрыло мхом. Все упавшие. Ну вот костерчик разведен правильно. Видите? И елка ветви защищает от дождя. Костерок. Но под кедрами, которые я показывал, лучше. Пики ели. Тут медведь живет в распадке. Один раз бежал на меня. Но потом 3 метра не добежал. Развернулся и побежал в сторону. Река. Вон там, в сосняке, где пихты со своим лечебным смолой. Кедры. Но в основном с могучих кедров, больших, толстых, уже ничего не соберешь. Вот вокруг обойдем. Видите, он от того и растет, что у него нижняя часть ствола. Ни одной ранки, ни одной трещины нету. Вот такая тайга. Там наш костерок. Вон еще кедр, дядьки. А вот с маленьких можно, да, собрать. Они еще такие. Все завало, короче, с рюкзаком, короче, уже, ребята, тяжело пройти вот таким буреломом. Недоступно, видите. Вон тоже кедр. Тоже видно полностью, короче, что ни травм, ничего в нижней части ствола нету. И смолы невозможно собрать. Это, ребята, черемша подошел одним. Оп! Вон, смотрите, сколько сразу нарвал. Ну, угощайтесь. Вон она такая сочная, вкусная. Ее вон много-много. Речка. Тайга. Ну вот, медведь любит черемшу. Сейчас где полянки такие, около ручьев, короче, где ему попить можно. Он там и обитает. А рядом из черемша, то 100% он там. Там наш костерок дымится. Речка. Мы одни, без ружья, без собаки. И дождь. И дождь, ребята. Но ничего страшного. Мы тайгу понимаем, любим, уважаем. Так.
пихтовая живица. Вот, например, получили бы травму. Травму. Подошли к пихте. Вот, у нее кора вот такая. Вот. И сковырнули. Вот. Вот тут кармашки есть. И вот эти кармашки. Вот у меня палец. И палец надо этот помазать. Говорят, короче, когда оторвет палец, и вот помазав вот этой пихтовой живицей, палец обратно прирастает. Вот. И этих кармашков смоляных очень много. Также вот эта штука, раньше деды делали, они шалаш делали, и чтобы дождь вообще не проникал, рубили вот так. Брали кору и корой, как черепицей, застилали верх шалаша. Ребята, дождь, ну, запели птицы. Это значит, к концу дождя. Скоро дождик кончится. Вот, посмотрите, какие могучие кедры 5. Под ними хорошо делает шалаш. Дождь не проникает. Запах, чистота, вообще прелесть. А это, ребятка, рябинник. Вот это рябинник. Это пихта. Пихта живая. Полезно эти. Тот берег. На том береге живет Мишка с галстуком, короче. На меня бежал. 3 метра не добежал. Но я дико закричал и побежал обратно. Мы без ружья, без собаки. Одни. Вот такой красавец. Тай нашей тайге на планете Земля. Так, ребята. Пробуем доставать. Кто это? Кто это? Опа! Зацепился. Кто это, ребята? Это хариус. Хариус обманки. Одна стоит вот такая. Вторая вот такая. Вот такая вот обманочка. Все. Красавчик. Рыбу мы сохраняем вот так. Пихтушки, короче. Она имеет запах, короче. Зверь не чувствует. И от солнца рыбу укрывает. Вот. Поймали, и метка стоит. По всей реке, видите. Где поймали, сразу вот у вас будет меточка. Тут тайга такая. Дождь, погода. Все мокрые, короче. Но мы же настоящие рыбаки. Кедры. Но после плохой погоды будет хорошая погода. Так что вот так пользуйтесь, чтобы укрыть свой улов в тайге. Запах пихты отобьет, не чувствует зверь и спасет от солнца. Так, ребята, смотрим, кто там у нас. Вот! А! Нет! 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 Нет, 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 нет. Да, 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 ребята, мы сделали это. Вы видели критическое способствие. Ладно, обманочка, сейчас покажу обманку. Обманку, ребята, обманка вот такая. Вот такая обманочка. Вот. И вторая обманка. Вторую обманку не вижу. Вторая обманка вот такая. Дайбинг. Дайбинг. Короче, все мокрые. Куртка вся насквозь. Пытаемся что-то изобразить. Ну, на удачу, видите. Мозг уже не соображает нифига. Видите, костер заложу сверху, потому что экстренные ситуации дают сбой, короче, сознанию. Надо сделать было надью. Ну, я решил вот так. Идет дождь. По той стороне еще ходит медведь. Ты здесь еще? Кто меня съест? Ты здесь? Короче, вот такое, ребята, выживание. Вот такое выживание. Но чурка нас не подводит.
все мокрые, с ног за головы. Но вроде бы справились. Короче, дождь. Сделали костер. Рыба клюет. Медведь ходит. Все блаженства, короче. Ружья нету. Собачки нету. Ты еще здесь, что меня съест? Ходит там, хрустит, елки-моталки. Че хрустить? Я не на твоей грядке, черемше. Хрустит. Ну, хоть не с этой стороны, хоть видно там, как обзор, короче. Ну и костер, конечно, надо костер. И в таких случаях, видишь, все сырое, короче. В сосняке было, все сырое было. А тайга вот с его елками, пихтами, короче. Вот смотрите, давайте пройдем побыстрее сейчас. Короче, береста — это, понятно, вечно сухое и классное. Можно, короче, найти рожек под кедрами, под елками, под пихтами. Вот видите, это таежное растение называется щемерица. Она внутренне ядовитая, а наружу очень прекрасна. То есть она выводит всех педикулез, всех подморных клещей из скота. Ее раньше деды курили, нюхали, потом пошла мона на курение, стали курить. И добавляется в табак до крепости табака. Ну, нужно высушить, и вызывает при нюхании чихание сильное. Вот такой тайге она, щемерица. Весь берег усыпан, видите, кустики. Вот кустик. Раньше около деревень, может, не найти было, потому что скот лечили, да и сами. Также против клещей она эффективна. Делайте настой и против клещей энцефалитных. А тут у нас вот такая красотища. Видите, завалы какие. Вот костерок мы под елкой сделали. Дождь, рыба клюет, медведь ходит. Но у нас костер, я без ружья, без собаки. Вот противоположный берег. Посмотрите, какие завалы. Если потом к берегу идти, уже с рюкзаком навряд ли пройдешь. Рыба клюет, елки. Но надо и погреться успевать. Так, ребята, смотрим, кто тут у нас. Смотри. О, какой! О, зацепился. Сейчас можно оторваться, короче, ребята. Оторваться. Обманка вот такая. Вот это. Сейчас отцеплю его. И покажу вам обманочку. Блин. Ну, отцепляйся. Да, опа. Не хочет. Не хочет. Блин, сколько энергии у него. Все, отцепился. Вот обманочка вот такая. Рыбка вот такая. Хариус. Вот на такой прекрасной природе. О, это само совершенство. Короче, дождь. Все мокрые, короче. Костерок завели. Короче, ребята, мы подумали и решили. Короче, он стоял в ту сторону. Но там, видите, и это. У нас пожитки-то здесь находятся все. Перевернули вот этот отбойник трухлявый в эту сторону. И все, вот видите, горит хорошо, классно. Медведь ходит, рыба клюет, дождь идет. По-другому не бывает. Будет солнце, рыба не будет клюшевать, медведь не будет ходить. Будет все по-другому. Черемши вон поля, видите. Ешь, косой коси. Ну, сейчас правильно мы сделали. Над нами, видите, елка. И под елкой развели. И дождик не проникает, и тепло. Все, ребята, это фатально, короче. С ног до ниточки промок весь. Вот, видите, вся куртка, короче, полностью. Но поэтому сейчас костер затушим, угли останутся, и будем использовать в следующий раз. Нам еще, короче, дров нарубить, печку протопить, кушать приготовить. Это все надо сделать. Рыбу посолить. Дел очень много. Вот.
Так что собираемся и двигаемся до избы. Да костер-то, наверное, пусть дымится. Медвежью отмашку дает. То сегодня ходил по той стороне, хрустел. Чего хрустел, не знаю. Вроде не на его грядке через теремшой. Но поэтому так и оставим костер. Пускай он это... Ветром даже если раздует, тут берега-то, видите, пустые, никакого этого нету. Поэтому оставим костер так. Дождь, ребята. Ну как же жить деревьям всему без него? Мы в тайге, без собаки, без ружья, в одиночестве. Справляемся. Вот такой кедрач великий. Красота просто. Гора непроходимая. Но дождь. Рыба клюет. Медведь. В тайге дождь. Вот смотрите, ребята, изба с баней. На много человек. Но если одного придешь, там, короче, вам придется за всех эту избу топить. Единственный недостаток. А так в компании, конечно, прекрасно. Баня, все. Кедрач такой великий. Дождик. Просто прелесть. Большой туши построил этот терем человек. Большой души. Огромной души. Загнул уложить березу. Но она сопротивляется. Небольшой воде. Видите, какая древесина березы устойчивая. Давайте посмотрим вокруг все, что тут кедрач, короче, ребята. Уперся я. Весло уперлось. Придется маленько развернуться. Тут кедрач. Тут такая непроходимая скала. Ну, когда вода упала, по низу можно пройти. Эх, бедная березка. Вот так в тайге, ребята. В дождь. Это кедрач. Тут скала. Бобр тоже там заделал себе хатку. Холодно. Но мы до избы, короче. Надо дров приготовить. Разрубить, короче. Печь натопить. Рыбу почистить. Кушать сварить. Чай приготовить. И все это надо сделать. Хотя мокрое. Вот там. Да. Этот гигант хотел съесть вот этого хариза. Но видите, какие раны. Я его вытягивал, а он его схватил. И сам попал в ловушку. Я его вытянул. Вот. Ну, хариза. По грамм 300 вот такие смотрятся. Вот. Это зажигалка. Зажигалка. Нож. Ну вот. Попался. Который кусался. А хариза ему съесть не вопрос, не проблема. Ну, давайте посмотрим сейчас, короче. Какова у него пасть. Не, сжимает. Живой еще. Сейчас палку. Палку отдай. Не отдает палку. Палку отдай. Да, пасть-то великая. Получилось так, ребята. Тянул хариза. Вот, видите. Его схватила щука. Ну, вот он покушенный. Но я их обоих, короче, достал. Смотрите, какая пасть. С ума сойти. Ну, вот. Это зажигалка. Это нож. Ну, вот. Это хариза. По грамм 300. Вот такую дядьку достал. Вот такой речки. Такой красавец. Что удивительно, ребята. Печень, видите, в щуке чистенькая. Вообще прелесть.
А в харюзе, короче, вся в белых пятнах. В белых пятнах. Парадокс. Нет, в разделке нормально. Даже проще, чем ее разделывать, чем про эти. Такая щучка. Вот она. Это зажигалка. Зажигалка. Нормально разделывается. Я думал, сложнее будет. Но нет. Нормально. Ребята, щука вот такая попалась. Хотела съесть харюза. Она на харюзе, а я вытащил ее. Вот видите, зажигалка вот такая вот. Зажигалка. Такой вид. Ну, зажигалочка. Сейчас положим ее с этой стороны. Вот такая здоровая. Дождь, короче, весь промок. Сейчас будем избу топить, короче. Рыбу солить. Дрова колочь. Готовиться к ночи. Ребята, как хорошо с печкой-то. Пришли домой. Одежду всю сняли, короче. Все мокрое. Пойдемте на улицу. А тут дождь моросит, короче. С ума сойти просто. Ёлки-моталки. Рыбу даже посолить некогда. Ну ладно. Маленько согреемся. Потом приступим к посолке рыбы. Вот тут вот такая красотища. Руки дрожат. Вы поймите, как мне офигенно. Но посмотрите, наша печка работает. Наша печь работает, наше спасение. Это жизнь, ребята. Это жизнь. Это жизнь. Готовить в такую погоду, короче, ребята, не имеет смысла. Все сырое. На печке пока вода закипит. Поэтому едим такие вот бутербродики. Хлеб оставили. Молодцы. Вот. Печка хорошо топит. Тепло. Разделся до трусов. А тут, ну, просто кошмар, короче. Льет. Оставим черемша, папоротник. Улов надо солить, елки-моталки. Улов солить. Но в такую погоду прежде всего здоровье. Прежде всего согреться самому. Печка топится. На градуснике, ребята. Сороковник. А там дождь вообще. Вообще. Трусов промокли. До трусов, короче. Все в избушке развешали. Одежда сушится. Печь топится. Давайте выйдем на улицу. Ну тут просто жесть. Он идет. Мелкий, но долгий, моросящий. Давайте посмотрим, сколько на улице градусов. На градусов вообще ничего нету. Рыбу надо, короче, солить. Покушать вроде заделали. Рыбки вот такие поймались сегодня. Маленькие. Вон сморчки сушатся. Ну просто песня. Короче, ребята, в рыбе большого размера мы делаем как? Раскладываем ее. И вдоль хребта делаем разрез. Вдоль хребта делаем разрез. Ножик берем, надрезаем. Так рыба у нас просолится. Вот так получается. Вот.
так будет более эффективнее. А дождь все идет и идет, ребята, уже сморчки сохнут. Сморчковая шапочка. Дождь идет и идет. Печка уже 40 градусов нагрелась. Сейчас хорошо в домике. Промокли, короче, до трусов. До трусов вымокли сегодня. До трусов. Сбит из бушки с кровати. Печка с теплообменником. Теплообменник. Искры, которые шишки упали, не загорятся наверху. Большую теплоемкость имеет. И когда поддувало это закрываешь, дрова превращаются в угли. Быстро, хорошо отапливается. Ну вот так. Засов. Вторая койка. И дождь сегодня, ребята. Дождь. Один лишь дождь. Заслонка противомедвежья. На ночь я ее закрываю. У меня фобия, необоснованные страхи, что медведь лапу засунет, короче, в избу. На ночь я ее закрываю. Но вот такие вот. Такие вот пироги. Изба, ребята. В дождь промокли до трусов, короче, вообще мы пришли. Избушка, это жизнь, это рай просто-напросто. Затопили избу, сейчас 40 градусов. Вообще его не представляете, какой это безупречный кайф. Что-то там капает. Ой, когда же этот дождь кончится? Сегодня у нас улов хороший. Рыба клюет. Медведь ходит. Дождь идет. Рыба клюет. Ну что, смеркается. Закрыли на всякий случай. Потому что у меня фобии. Ставню противомедвежью. Пойдем. Ложиться спать. То после дождя моросящего, что делать в тайге? Труба у нас, избушка. Все, затопились, рыбу посолили. Все вроде сделали. Пойдем ложиться. Темно. Сейчас будет холодно. Холодно и темно. Холодно. Холодно не будет, ребята. Вот у нас еще одно оконце есть. Но медведь в эту дырку не пролезет. Есть вытяжка. Так что мы защищены. Так, ребята, у нас в избе вот 36 градусов. У нас печь вот такая. С чемоданом, короче. Ну вот. С теплообменником. И мы должны закрыть, короче. Поддувало. И все дрова наши будут сохраняться и превращаться в уголь, как бы запасая энергию. Вот так вот. Ну, такая вот ситуация. Окно мы закрыли противомедвежьей заслонкой. Обе у нас. Время 4 часа в тайге. Как останется. Печку затопили. Спится хорошо. Ноль градусов. 4 часа утра. Отойди.
утра. 3 часа утра. Открыли потерянную медвежью заслонку. Такая вот благодать, ребята, из окошка. Просто класс. О. Так. Вот так наши времена и протекает наша жизнь сказочная. Одежда сушится. Вчера был дождь. Медведь рядом ходит. Рыба клюет. Все промокли до трусов. Печка, видите, выполнена с теплообменником. Искрогаситель получается. На крыше только что нападало. Веточки не загорятся. Большой теплообмен. И если закрыть заслонку, дрова превращается в угли. Ну вот так. И такой вид в потолок наш. Такое утро. Отойди. Там речка. Елочки красавицы. Растет сосняк. А внизу заселились елками пихтой. Мы идем по тропинке. К воде. По этой тропиночке. Натоптанная уже тропинка. Вон они, какие сосны. Вон они. Могучие. Вчера был дождь. Капельки дождя. На елочках. Ладно, идем дальше. Там речка. Пройдемся по тропинке. Вот он, тропа. О, поворачивает. Видите, сосняк. А внизу заселились все елочками. Не сказка ли, а? Казалось бы, сосняк будет. Не. Тропинка. Ну какая красавица. А эти еще краше. Даем отмашку медведю. Медведица, чтоб медвежат отвела. Давай! Вот еще пушится. Вон завал в тайге. Вот выворотни за ними любят медведь в сумерках прятаться. Это поля черемши, короче, ребята, везде. Тут вот пихта, пихтушка, почки ее, пихтушки. Это тропинка, по которой мы спустились вниз. Вот. Вот она идет вот так. И за корнем облили. Это черемша. Поляна черемши. О, видите, сколько черемши. Красиво так-то. Речки. Речки. Выход к реке. Вот река. Они под водой, когда вода большая, все видно. Вот видите. Так все впадает. Пихта, не знаю сколько ей лет. Здоровая, здоровая. С двойной макушкой они почему-то бывают. С двойной макушкой. Ну, вот так же. Тайга. Thank you.
крылом уже, видите, крыло птички подбитое. Он уже с той стороны, я не знаю, как он перебрался и перешел на эту сторону. Он бегает. Кто это? Крахаль или не крахаль? Не знаю, кто такой. Бедная птичка. Вот он, молодой хорезенок. Мы его отпускаем. Давайте посмотрим, как это будет. Сейчас воду. Не стоит. Не сориентировался, куда ему бежать. Течения нету. Течения нету. Ну, есть маленькие, значит, будут и большие. Это факт. Все, ребята, рюкзак собрали. Теперь, короче, кан, удочка, рюкзак. Пойдем, короче, вперед. То там скала, короче, и непроходимые места. Мы там никак не пройдем. Вот. Кан, удочка. И рюкзак. Лямка порвалась, видите. Приходится веревку делать. Вот так вот. Ну вот, с рюкзаком, короче. Вот так рябинник. Вот это рябинник. По рябиннику. Завалы. Ну тут у нас пробка маленько натоптана. Это нормально. А так это все цепляется. Удочка занята, рука. Вот тут напрямую. Напрямую. Вот видите. Только-только. Там завалы сплошные. Тут завалы. Вот. Приходится места выбирать. Все черемше. Вон какая ясная, смотрите, какая классная черемша. О. Смотрите, лиственницу сломала как. Видите, вверх. Он не забежит. Давайте пойдем сейчас. Изба с баней. Вот такой обстановка. Петушка. Вот, петровая живица. Видите, говорят, палец оторвет. Или ранку получили. Смазывайте вот этим составом. О, запах, аромат, ребята. Огромный-огромный сувель. Вот видите, как зеленая эта зажигалка. Сувель — это порог древесины. Имеет, не ускает, не горит. Имеет плотность в два раза больше плотности древесины самой березы. И он выглядит вот так. Обойдем. Ну, зажигалка показывает, как, какой он огромный. Видите, какой
огромный. И вот зажигалка. Смотрите. Зажигалочка всего лишь. И огромный свет. Такие бывают. Три бутылки. Чё? Взял вот на такую обманку. Давай цепляться. Да будем отпускаться. Клево. Пришли, разведили костер. Заметим, под елкой. То есть нас, если дождь пойдет, нас не будет трогать. Рыба не клюет. Сидим, наслаждаемся природой. Занимаемся костром. Там кто-то хрустит маленько. Ходит, наверное, Мишка наблюдает за нами. Такая вот я, красавица. Сегодня хорошо, разделся, куртку повесил, елки-моталки. Вчера, короче, до костей мокрые, короче. Сегодня куртка висит, раздетые, хорошо. Черемша вон, поля черемши. И костерок. С костерком веселее. Мы без ружья, без собаки, но с костяком. Заметим, в тайге, под подстилку надо кидать именно пихтовые ветки. Ни в коем случае не солому. Солому, если практика показывает, кидаешь, чуть стрельнула, елка, пихта стреляет, древесина. И у вас все загорится. А пихту бросили, и можно спокойно лежать, отдыхать. Вот давайте присядем с вами. Понаслаждаемся видом. Че, опять дождик, что ли, начинается? Вчера достал. Хорош дождя, больше не надо. Вот такой завал, короче, уже с лодкой, короче, с рюкзаком. Уже вам будет сложно пройти, короче. Это косогор и короче, ну и как там? Черемицы поля. И черемши. Тут поляна. Ну, развели вот так. Балан. Тут трухлявое это. Жар дается, короче, и отбойником поступает на нас. Приятно, хорошо. Лежим на пушке, подстелили, чтобы земля нас энергию не тянула. Это вот черемица. Внутренняя ядовица. Наружно очень. Педикулез лечит. Подкожных ключей можно нюхать. Можно добавлять собак. Ну это называется третий плюс. Ребят. И сейчас, короче, вот этот костерчик дымит. Он дым разносит. Медведь унюхает, скажет, пожар, короче. И это к нам не будет подходить. Поэтому мы ни собаки, ни ружья нету. Костерок разжег. Смотри, клюет кто? О, вот он красавчик. Эх, какой хорезок. Давайте его сейчас отпускать будем. Оп, стоп, я ж не отпустил. Тихо, спокойно. Пойдем. Давай. Свобода. Это как отбойник. А это сырые. Ну, сырина может загориться. Ну, неправильно, все напихано, короче. Не потаежено, не стенкой сложено. Топора нету, топор в избе. Поэтому так.
лапотник подложили. На лапотнике лежим. Искра попадет, лапотник не загорится. Странно. Но сегодня вообще пусто, ребят. Даже нифига не берет. Как будто бы один маленький вот этот. Два раза попался и все. Спрашивается, нужно ли здесь находиться дольше. Или надо пойти поискать рыбу. Скорее всего, так оно и есть. Да, ребята, этот кедр вызывает уважение. Посмотрите, какой он толстый. Растет толщину, а не высоту. Поющие кедры. Природа вот такая. Ручье впадает с той стороны. Медведь рядом ходит. Давайте сейчас подойдем к нему. Тропинки. Лесной. Лесной тропинки. Ого. Веток. Вот посмотрите обхват. Короче, есть зажигалка. Вот зажигалка. И то она близко. А это, ребята, уснея бородатая. Она растет по пол сантиметра в год. Растет только в чистых районах. Прекрасно влияет на иммунитет. Можно с ней заваривать чай. Это как водоросль. Также она хорошо подходит для разведения костра. Вот, вот такая вот штучка. Вот это вот уснея бородатая. Я простыл осенью. Жена мне заварила с молоком, и у меня простуда пошла очень быстро. И растет тем более на кедре, на великом кедре. Если вы простыли в тайге, то заварили, и простуда вас покинет вкуснее бородатая. Сразу видно приют таежника, костерок. Лежанка, лапы из лапотника, пихты. Береста запасенная. Рыба не клюет, медведь сегодня не ходит. Вчера был дождь, медведь ходил, рыба клевала. Мишка, ты где? Мишаню! Черемша, пойдемте зайдем, черемши поедим. Вот смотрите какая. Все в черемше, короче. Тут вот так. Осмотр. Великий кедр. А это, ребята, чемериц. И посмотрите, сколько чемериц. Видите, вот чемерица. Она внутренне ядовита, а наружу очень полезна от всяких педикулез, короче, против подкожных клещей для скота. Даже в деревнях этого растения было не найти. Вот. Также готовят настойку против клеща, энцефалитного клеща из него. Волосы шикарные становятся от него. Чемерицу нюхали раньше наши деды, потом, когда появился табак, стали добавлять в табак для крепости. Вот такое. И посмотрите, сколько его растет. Корень его мочковитый. Ну, при нюхании вызывает сильное чихание. Вот такой. Пойди. Ладно, пока, третий плюс. Костер мы раскидали. Но то, короче, берет, короче, один и тот же маленький, короче, уже три раза, короче,
клюет. Вчера дождь, короче. Медведь ходит, рыба клюет. Сегодня ясно, медведь не ходит, рыба не клюет. Один маленький на всю вот эту контору. Пойдем на другое место, будем пробовать там. А это все оставим так. Елки укрывают наш, где мы лежим. И рядом костерок. Ну, прекрасное место для этого. Для бивака, короче, для шалаша, таежника. Прекрасное место. Избушка, баня, большая изба. Кедрач. Высокий-высокий, короче, ребята. Ты неси меня, река, за крутые берега. Мы назвали эту избу веселая изба, потому что в ней весело. Приехал, помылся, отдохнул с друзьями, все широкой души. А тут кедрач ровно. Кедр тоже нагнутый. А это растение называется папоротник страусника. Видите, его перья. На них, если потрясти его, то как пыль. Это как цветет папоротник. Когда цветет папоротник, вот именно в таком состоянии. И именно из-за этих перьев ему дали папоротник страусник. Вот эти страусник, он аналог папоротнику орлику, он съедобен. Мы сейчас вот с вами покушаем. Ребята, вкус капусты. Просто собрали, завакумировали и в холодильник положили. У вас готовый продукт. И посмотрите, сколько его много. Он более нежнее, чем орляк. Окружающая среда. Ну, тут у нас чага еще, видим. Вот такая речка. Осинник. И папоротник страусник. Это на березе чага, березовая чага. Она увеличивает иммунитет, с нее прекрасный чай. Просто она тонизирует вас, вы от нее просто балдеете. Это когда чай. Ну, заваривается так же, как это. Я просто беру, короче, вскипятил воду, положил кусочки 3 на 3 сантиметра, 2 кусочка. И потом чаю добавил. И все, считайте. Только потом она многоразовая, кусочки высовываете, и нужно заваривать и заваривать ее много раз. Также она уменьшает боли на 4-й степени рака. Вот мы эти кусочки вырубили, вот так, а те у нас кусочки остались расти до будущих времен. Вот такая прекрасная березовая чага. Но расти, но береза у нас задушит. Вот так рыбу, хариус, на берегу не бросают. Пролетит либо ворон, либо норка, и вы останетесь без рыбы. Так что это надо всегда знать и учитывать. Вот. Поэтому рыбу надо взять и убрать правильно, по-таежному. Под лапотник. Вот пихта. Пихта отбивает запах от медведя и прячет рыбу от солнца. Поэтому прячем рыбу под пихтушки. Вот. Вот вся рыбка под пихтушками у нас. Самый надежный способ. Красотища, ребята, необыкновенная. Тайга. Красавица. Пень. Чуть в сторону отошел. Пожалуйста, кушай.
кушайте, угощайтесь. Черемша. А вот тут поляна. А вон поле заросшее. Тропки. Приготовили маленькие веточки береста, побольше ветки. Это два отбойника и он. И выслали вот тут вот такую дно. А это два отбойника мощных. Наполняем кастрюлю. А нет, разжигаем. Разогрели бересту. Кладем маленькие веточки. А теперь большие сверху. Вот так, перпендикулярно. Что-то маленько не получилось у нас. Что-то надо повернуть. Во, сейчас разгорится и поставим кастрюлю. Ну, разгорается. Это этажная печь разводил. Вот и все. Водичка наша закипела, короче. Эти, получается, как отбойнички тоже выполняют роль, к ним пламя стремится. Вот этим двум. Эти дают сильный жар, боковые отбойники. Вот. А внизу маленькие веточки. Вот сучки. И быстро у нас получается готовка, вообще прелесть. Сейчас на разогретую отольем и еще на чай поставим воды. Вот такая таежная печка. Быстро, удобно. Мне вообще получается махом. Сбал такой-то гемы. А этот балан на две части просто расколотый и все. Вот этот балан. Вот и вторая заварка. На таежной плитке готово. Видите, на маленьких сучках. И применяя отбойники. Экономя дрова. Время остается на рыбалку. Быстро закипятили. Воду на чай. Просто прелесть. Эти два отбойничка. Все. В принципе, вот эти убираем. Они нам не нужны. Они нам послушают в следующий раз. Эти тоже. Два отбойничка. Все. Таежную плитку разбираем. Вытягиваем дрова. На следующий раз. На следующий раз все. Все это у нас останется. Вот так. Ну вот. Чай в тайге. Завариваем с чагой. Повышает иммунитет. Придает бодрости, уверенности. Позитива, короче. А капорский чай, запомните, капорский чай, он наоборот успокаивает. Он мне не заходит, короче. Вот. И сверху, короче, чая простого. Вот. Хочешь сморчковую шапочку кушай. Хочешь черемшу. Хочешь папоротник. Всего много в тайге. Лишь бы только знать. Не ошибаться в ядовитости растений и в пользе. Посмотрите, какой таежный чай с чагой получается. Какой цвет настоя. Насыщенный. Просто великолепно. Великолепно. Чувствую себя бодро, весело. Иммунитет. Просто прелесть. Просто прелесть, ребята. Таежный чай.
с березовой чагой. В тайге был, не попить чая с березовой чагой, это значит, можно сказать, в тайге не был. Вот мы сколько собрали грибов. Сморчковая шапочка. Собирали в ивнике. Их там очень-очень много. Ну вот видите, вот так она выглядит. Сморчковая шапочка. Вот такие они. И достаточно собирай. Просто море можно собрать. Мы пару этих прошли. Но это местность, в которой они обитают. Но это не в этой местности, а на поляне. Дальше выше поляна, короче. И поляна заросла ивником. И в этом ивнике много грибов. Сморчковая шапочка. Красота, ребята. Бор замечательный. Скала такая. И просто сказка. И посмотрите, какие завалы на том берегу. Там, короче, с рюкзаком уже не пройти с удочкой. Косогор, короче, и все это. Вот так вот. А водичка прибывает. Там на островах, короче. Вон какая высокая пихта с двойной макушкой. Ничего тут мостовую, да, заровняло. Как мостовая получилась. А тут прибой, ребята. Короче, поворот реки все забивает, как на мельнице. Ну, вот такая ситуация. Ну, тут вот как идти? Если вода большая, да, по берегу, ну куда тут с рюкзаком, если руки еще заняты, ну что, падать, либо что-то терять. И весь косогор вот этот, вот такой, скала, короче, и валежины. Невозможно просто. И все, она в гору уходит, кажется, выше подымемся, короче, будет проще, нифига. Ну красавец вообще, красавец, конечно. Этот бор красив. Давайте пройдемся по этой мостовой. Природой вымощенной. Скамеечка даже есть. Вы представляете? Скамейка. Камень-скамейка. И мостовая. О, можно посидеть. Круто. Вон наш берег. О, какая она. Красавица просто. Бор шикарен. Бор и мостовая. Обалдеть просто. Обалдеть. Ребята, смотрим, что тут у нас. Вот он карюс. Вот он. Блин, запутался. Вверх запутал. Давайте посмотрим, на какую обманку взял. Вот на такую обманочку. Вот он, красавчик. Красавец. Вот он, красавец. И вид с этой стороны. Вон два камня эти видно приметные. А это, ребята, второй. Папоротник, страусник,
все заросло. Чемерица. Хвощ. Ольха здравая, высокая. Второй пес. Эта птица ходит везде. Смотрите, опять она. Она уже гуляет с подбитым крылом. 2 километра выше была. И все бегает, бегает. Крылышко у нее. Ну, походу, я не знаю. Оти, оти какая, оти. Оти, оти. Чего, ушла, нет? Ну, судите, ребята. Потаежная, вообще класс. Таежная тайга. Картинка вообще смотрится специально. Это южный. Бурого медведя не хватает. Не-не-не, не надо. Бурого медведя не надо. Так, ребята. Печень Харюза. Печень Харюза. Вот, посмотрите. Она вся какая-то в каких-то крапинках. Или какая-то разложившаяся. Хотя Харюз, заметим, и жирный. Но видите, жира сколько. Вот это жир. А печень разложившаяся. Вот здоровая печень Харюза. Видите, какая она должна быть. А это какая. Ну и вот для примера еще печенюшки. Так что выбирая на Сагудай Харюза, обязательно загляните в печень и в кишечник. Потом только берите Харюза на Сагудай. На фоне такой кедры, такой вот букет.
20 сутки сидит. Вот к моему пальцу пополз. Лапки раскрыл. 20 сутки. И в любую погоду он активный. Как залез на одну соломинку, так и сидит. 20 сутки. Все в одном положении. Хочет обнимашек. И заметим, ребята, тут мышиные норки. Тайга вот такая. Вот. 20 суток в одном положении. Как залез на одну тростинку, короче. Так он и просидел. 20 суток мы его наблюдаем. Вот он. Как бы по колено получается. Вот. Вот он так и сидит. И вот тут второй. Но это нимфа, тут было трое клещей. Мужики проходили. Вот. Это гриб, ребята, сморчковая шапочка. И посмотрите их. Сколько. Вот он. Вот он. Вон сидит. Вон, вон. Сколько их. И дальше пошли они. Ну, тут главное показать вам, что. Поле, заросшее ивником. Поле, заросшее ивником. Вот мы даже никуда не прошли. Ивняк, поле. И такие красавцы растут. О. Сморчковая шапочка. Красавец просто. Их тут много-много. Вот еще один. Просто усыпано все. Сморчковая шапочка. Сморчковая шапочка. Вот такой гриб. И посмотрите, тут сколько их. Вот-вот. Растут поле, заросшее ивником. Ивником заросло поле. Вот. Ну вот эти два гриба. И пойдем дальше. Смотрим. Вот совсем маленький. Крошечка. Вот еще два красавца. Вот какие они красивые. Гриб. Сморчковая шапочка. Вот, посмотрите. Вот они. Красавчик. Вот он. И посмотрите, тут сколько их. Вот он укрылся. Вон он. Вон он. Вон он. А тут целая их поляна. Целая поляна. И полянка. Видите, сколько тут много. Вон два. В другую сторону. Вот он, упавший. Вон он. Вот подумайте, сколько тут этого гриба. Ребята, посмотрите, здесь сколько пучки. Смотрите. Вон там. Это все пучка. Сибирский борщевик. Любимое лакомство медведя. И что он вот тут был, видите, покопы. Он почему-то тут подкопал. Я не знаю, что он тут копал. 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 Везде копал. След оставил. Да не. Почему-то он тут копался. Не знаю. Давайте сейчас с вами быстро приготовим эту пучечку. Так, возьмем. О, он кушал. Видите, он кушал ее. Мы вот эту срежем. Вот эту срежаем. Ребята, тут полно сибирского борщевика. Видите? Медведь, любимая пища медведя. Это пучка. Видите, он копался. Ее тут полно. Он будет тут жить. Он тут будет жить. И он тут раем ямуры. Давайте с вами приготовим кушанье. Вот. Срежем вот этот стебель. Вот этот стебель срежем.
А тут Мишка ел уже, видите, ее кусил. Отрезаем вот так и вот так чистим. Вот так чистим от кожуры и потом кушаем. Сморчковая шапочка будем приготавливать. Вот у нас ее сколько. Так, загружаем котелок. Соринками, травинками, ну ничего страшного. Так, и на 10-15 минут, чтобы покипело, короче, 10-15 минут. И можно ее есть. Отвар сливается. Все, на огонь поставили. В следующем шорте. Сходили, принесли кусок бересты. Для рожика она классная. Накололи дров. Печку сейчас заложили, но не затопили. Короче, сморчковая шапочка у нас. Сейчас отвар 15 минут покипит на таежной печке и будет готово. Чай заварили. Ну, в принципе, все, управились. Сходили, сняли, короче, посмотрели, где Мишка, короче, обитает. Он, короче, обитает на сибирский борщевик, ей готовит и кушать пучку. Мы попробовали, очень классная, вкусная сибирский борщевик. Сморчковая шапочка. 10-15 минут отварили, либо отвар слили, либо высушили, и можно кушать спокойно. А это таежная печь у нас сейчас закипит. Сморчковая шапочка у нас закипела. 21-23, 20-38 снимаем через 15 минут. Отвар мы сольем, а шапочку мы будем кушать. Сморчковую шапочку будем кушать. Вот так она кипит, как бы саморегулирующаяся, на таежной плитке, на таежной печке. Ну, короче, ребята, уже смеркается. Уже. Но мы подготовились, все вроде. Чай у нас заварен с таежной чагой. Ой, с таежной, говорю, с березовой чагой. Дрова нарублены. Бересту сходил, принес. Понял, где медведь. Короче, он по той дороге, короче, вдали. Сибирский борщевик, короче, он там... Пучку начинает подготавливать себе дрова. Печку мы заклали. Гриб сморчковая шапочка у нас 15 минут покипел. Теперь мы его снимаем с таежной плитки. Вот, снимаем с таежной плитки. Вот так вот. Вот такая красота у нас котелок получился. И несем его. Отвар у нас получается сливается. Он нам не гожий. Он нам не гожий. Во, выкипели как. Вот такая вот у нас получилась сморчковая шапочка будет. Сейчас мы его, он остынет и будем пробовать. Но это будет в следующем шорте. Отвар этот выливаем, его не используем. Вот. Вот такая, вот такой гриб. О, ребята, это запах вообще грибной, вообще. Так, ребята, пробуем. Морчковая шапочка. После 10 минут, 15 минут отвара. И пробуем ее. Отвар мы слили. А шапочку будем кушать. Ножка такая. Нормальный грибной аромат. Вкусно, что сказать. Сморчковая шапочка. Таежную печь мы разобрали, чтобы у нас в следующий раз. Сморчковой шапочки у нас запасы, короче. Печка, печку, дров нарубили мы. Так, бересты принесли.
Ну и печка, по-моему, у нас затопится. Затопится. Готовимся к ночи. Холодно. Сейчас пойдем посмотрим, сколько градусов. Вот столько. Все, ребята. 10 часов. Ставню этому закрыли. Противомедвежью. Потому что у меня фобия. Мне так и спицы легче. Короче, печку затопили. Все приготовили. Ну, как она поет. Печка. С этим. Вон. Посмотрите, какая жаровня там. О! Хорошо, сейчас тепло будет. Спокойно. В это окно он не залезет, медведь. Ну вот, в отдушину тоже. А эту прикрыли, чтобы мне спалось легко и комфортно. Утро. 5 часов. 0 градусов. Печь затопили, на улице 0 градусов. Заслонку закрываем, чтобы угли превращались. Так, засов закрыли, а этот открыли. Противомедвежью заслонку на окно. Вот такой вид, 5 часов утра. Температура, сами видите, уже не видим. Сейчас посмотрим. Тоже не видим. Зажигалкой пользуюсь на всякий случай. Ну вон температура под тридцатник. Первая партия у нас воды вскипячена на таежной печке. Вот она, как устроена. Два отбойника. Уголь, бензин, газ имеет большую потенциальную энергию. Вот, мы используем два. Балан расколоты пополам. То есть там, когда нагорели угли, нам всего лишь достаточно маленьких веточек, чтобы они заикшали. Эти штучки мы используем для того, чтобы создать продувку. Она продувку создает. И все. Два балана поставили. Поставили котелок. Видите, как хорошо у нас ее еще с ушками. С ушками. И мы можем погрузить непосредственно его в самый жар. Вот. И все, дуем. Посмотрите, какое пекло. Ну, вторая запарка еще проще, короче. У вас все нагретое. Просто поставили. Можно долго-долго теперь готовить, короче. Но прежде всего, эта плитка что делает? Она экономит время ваше, экономит время на заготовку дров. У вас остается больше времени на рыбалку, на охоту. Ну вот так. И у нас, видите, кастрюлька с ушками, это двойная польза. Вот. Но сбоку выглядит вот так. Если дуть. Отлично. Отличная работа. Все по-таежному. Как говорится. Экономика должна быть экономной. Экономия времени. Входя в густой ельник в тайге, стоит покрикивать.
Потому что, чтобы Маша медведица могла увести своих медвежат, медведь смог в стороне, чтобы неожиданной встречи не произошло, не было агрессивно-оборонительной реакции. Я вот так делаю. Ты здесь, кто меня еще съест? Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Вот такой способ, ребята. Вода в реке поднялась, короче. И, короче, получилось, что если бы лодку мы не привязали, то она бы у нас убежала бы вместе с водой. Вот елки. Громадные, высокие такие. Явно видно, когда маленькие были. Много их тут было. Ельники росли. Вот такая красота, ребята. Да, это 100%. Лодка бы у нас бы уплыла. Не будь мы взяли, все-таки привязали лодку. Лодку привязали. И видите, в натянутом состоянии. В натянутом состоянии держится. Но на всякий случай, по страховке в тайге всегда не торопись. Иди потихоньку. Не прыгай, не скачи. Все делай размеренно. Это уже нажитый опыт. Руку ломал. Тоже сколько прожито этих. Никогда не торопись, не спеши, проверь все на 3 раза. Ребята, это Субель Ольхи. Вот посмотрите, какой он здоровый. Давайте его погладим. Ого, какой он. По цвету отличается. Но это порог древесины Ольхи. Вот такой он выглядит. Ну, прекрасная миска получилась с него. Вы знаете, на слизи ольха краснеет. И вот такой прекрасный тайге. Вот такой. Субель Ольхи. Иду я груженый, а тут, ребята, смотрю, клещ ползет. Вот такой. Значит, надо брызгаться, рифтомид, циприметрин, брюки уже все, действие его ослабли. Так, куда мы его денем? Так, а мы сейчас с ним сделаем эксперимент. Так, ребята. Вот пепел от колоды сигареты, вот клещ. Сейчас мы его вот сюда, хоп, смотрим, что с ним происходит. Что-то ему стало нехорошо. Нехорошо стало. Вообще побежал. Так, от этого пепла. Да, видно явление какие-то. Все, какая-то нога у него в конвульсиях. Эффект заметен. Все, дезориентирован. Клещ дезориентирован. Изба у ребят построена, да? Прямо, смотрите, с бани, короче. И не выходя от кассы, вот, смотрите, на поляне черемши. Черемша растет. Вот она, красавица. Дрова заготовлены, все.
чимерицы полно. От клещей можно делать мать. Температурка. На, изнутри закрыто. Папоротник, страусник, который можно есть. Эти. Речка недалеко. Благодать. Благодать. Избавь, ребят, да? Черемша, короче, рядом растет. Кушать не хочу. Чимерица. Дальше папоротник. Страусник тоже съедобный. А это можно масть от клещей делать. Чимерица, она уже не ядовита. Речка, 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 банька, банька, и сама изба, просто шик, блеск, красота. Ну вот, лодку затащили спокойно, короче. Не торопясь, прошли переезды. Ну а что сделаешь? По-другому-то как. Если берег скальник получается. Если берег скальный. Ну вот тут еще можно идти, да? Вот тут. Вот тут можно идти. А там дальше, короче, скала в воду. И все это поверху. Вообще неудобно. Уснее вот все покрыто. Каждое упавшее дерево покрывается мхом. Тут остановились. Сегодня нормально. Вот, видите, дерево. И оно мхом покрытое все. Это пихта. Ее смола живица. Палец оторвет и приживается. Смажешь. Ну, вот такая вот у нас путь, дорога. Вот нашел грибы. Вот. Как называется, не знаю. Вот видите, красные. Давайте попробуем один посмотреть. Вот такой он. Вот такой вот гриб с красной этой. Их вот тут растут. Саркосома должна быть. Но я его не знаю. В принципе, можно в тайгу зайти посмотреть. Но только нашли сморчковую шапочку. Отварили 15 минут. Отвар слили. Вкусный, нормальный гриб. Можно есть, питаться можно. Ну что-то щебечешь там. Расхебетался. Кедры, видите, вот это. Вон там смолы, наверное. Море, видите, льдом его под. Для тех, кто боится медведя в тайге, вот. Пришли на место, например. И сразу развели костерок. Теперь как происходит медвежья отмашка. Видите, медведь боится пожара. Вот. И поэтому, видите, дым распространяется на всю сторону. Медведь будет предупрежден. Он выберет обязательное, чтобы уйти. Он ведет скрытный образ жизни. И не будет за вами наблюдать. Поэтому пришли, костер развели. В принципе, вы уже защищенные. Медведь уже предупрежден, что здесь есть пожар, либо человек. Так что вот так. И шалаш у нас, видите, поставлен. Стоит пихтушка, ветки от дождя и лежанка, пихтовый лапотник пихты. И костерок, все под ним. Грамотно, четко. Костер в тайге должен, короче, наполовину состоять из сырын. Сухие у вас быстро будут гореть, вы только будете бегать и собирать их, и у вас времени не останется на рыбалку. А так сырая, видите, потихоньку тлеет, да и пусть она тлеет. Дым идет, отмашку медвежью дает, медведь ее чует. Вы как бы уже аурой дымовой защищены от медведя. Поэтому не торопясь, спокойно, все, как говорится, комплекс мероприятий направлены на то, чтобы сохранить себе жизнь в тайге. Это как бы
половина сырых, половина. Оптимальное состояние выбирать. Сухие натащите, он вспыхнет и сгорел. А так вот сырые и сырые, когда их подожгли, они тлеют, тлеют и дают дым, спасающий и от леща, и от медведя. Есть смысл, короче, леску четверку ставить, основную, а поводковую тройку. Тогда вы все растения за цепы будете выдирать, короче. Крючки будут ломаться, она будет удерживать. И у вас, вот видите, как снасть у меня. Она четко, четко, груз идет по, обязательно по дну, он и выполняет функцию погремушки. То есть он по всей ширине реки своими стуками, короче, собирает. Вот мы вчера рыбачили, тут был один хорюзенок, короче. Вот. И он нам три раза попался. Три раза попался. Сейчас проводку делаем, короче. Погремушка идет, гремит, короче. А рыб здесь нет. Ну, посмотрите. Ну, красиво это все насажено. Как она играет. Погремушка. Красота просто. Выбор таежника должен быть правильный. Вот. Против клеща четко, ребята, выбираем. Рифтомид, антиклещ. Вот такую штуку. Именно. Тут действующее вещество, состав, вот смотрите. Состав. Альфа-С-периметрин 0,2. То у меня отец сделал наоборот. Вот эти от комаров, он от комаров не помогает. А против клеща брызгался рифтомид против комаров. Ну, представьте. И пробрызгиваем вот эти места, именно идем. Мы шагаем, именно. Там у нас сапог сшибает. Вот эти места пробрызгиваем. Лобовые. Лобовые места. Вот так. Выбор таежников, ребята. Выбор таежников. Рифтомид. Послушайте, как поет река. Обрати внимание, эта елка растет на заваленном дереве, помкритовым мхом. Кто завалил, мишка или кто, пень. Но она растет. И на всех этих валежинах, покрытым мхом, растут деревца. Вот еще одна елочка. Тоже выбрала место расселения на валежине. Вот еще одна. Вот еще одна. И все они растут на валежине. Обрати внимание.
входя в густой ельник, надо обязательно, короче, ребят, покрикивать, чтобы предупредить медведя, чтобы у него не возникла агрессивная оборонительная реакция. Вот. Это надо четко. Ты здесь, кто меня съест? Ты здесь? Ты здесь? Обязательно покрикиваем. Медведица уберет медвежат, и медвежата вам нанесут беспокойство, из-за которых, короче, из-за баловливости медвежат можете подсажать и вы. Так что вот так. Ты здесь? Ты здесь, кто меня съест? Ты здесь? Ты здесь? Ты уже здесь? Ты здесь, кто меня съест? Это, скорее всего, папоротник хитовник. Он несъедобен. А может и орляк. На орла похож, да, вообще-то? Ого, нарыл. Смотрите, кого-то он там, барсука или кого, драл. Все разрыл. Ну, там, под елкой лапа лежит и костер. Отмашка от медведя. Посмотрите, как далеко. Вон, далеко вглубь леса. Уже медведь с той стороны подойдет. Может подойти вот с этой стороны, если мы там были разрыты. Барсучи или че, наружу, короче. И опять дождь идет. И снова дождь. Ну, пускай. Каждая рыбалка, начинающаяся в дождь, имеет восхитительное, содержательное рыбное ловлю. Вековой кедр растет не в вышину, а в толщину. Поэтому он вековой. Так бы молния, ветер. Послушайте, как река поет. Там ручей впадает. В
петушки такие красивые, симпатичные. А эти вообще пики, да? Красота. Лепта. Это кедр, кедр. Вот такая вот штука. Вон такие пики высокие. Плющая река. Послушайте песню реки. Опять дождь, ребята. Берем наши бутылки. Избушка у нас на горе. И пойдем, короче, в избу. Раз дождь. Пойдем. Черемши тут. Море растет. Тропинкой пойдем. Покрикиваем. Таежная плита спасает, видите, дождь. И мы как бы все нормально кипит. Эти продувку угли дают. Вот два отбойника угли. Чурка расколотая пополам. Видите. И на маленьких веточках все готовилось быстренько, четко. Сейчас надо это, короче, на суп. А остальное у нас пойдет, короче, на этот. Как там его? Сейчас скажу. На чай, на таежный чай с тягой. Ладно, теперь, короче, это все надо убрать. Вот эти штучки двойные. Вот алмазы. Верхоночкой. Можно без верхонок еще аккуратно делать. Если нормально это. Снимаем наши. Опа! На второй раз таежная печка работает уже совершенно. На второй, третий, пятый, шестой, десятый. Да. Сейчас надо аккуратненько нам снять, то возможно, невозможно. Оп. Все, несем. Оп. Поставили. Кладем обязательно тягу. Березовую и засыпаем чаем. Все, наш таежный чай будет готов. Но надо еще не забывать, еще надо перетусовать это все. Перетусовать. Все, таежный чай готов. Вот о такой природе прекрасной, прекрасной. Послушайте эту песню печки. На улице дождь. Лежим, отдыхаем. Песни слушаем. С печкой разговариваем. Послушайте песню «Кокушки».
Дождь сегодня, все, дождь, короче. Кокушка кукует. Перестала кокушка куковать. О, ребята, новенькие появились. Видите, он перестраивается ко мне. Я его раньше не видел. Надо будет тут метку поставить. Раньше его тут не было. А сейчас вот, видите, лапки вперед, обнимашек требуют. И машины крыломорок рядом нету. Ну вот такая вот схема. Ну за те уже 20 дней посидели. Уполз, скрылся с виду. Ну сзади ополз по соломинку. На меня переориентируется. Чисто на меня переориентируется. Ну вот видите, четко видит, где я, и ко мне тянет лапки. Не. Вон, короче, кедрушка. И под фоном. Кричим от медведя. Такие вот букет. Не. Красавчик. Вообще. Что за гляденье. Ну разве это не прелесть? Букет. А тут, ребята, расслабились. Какие они? Пихты или елки? Просто шикарные. Просто шикарные. О. Клей. На открытом местности видите, какие они пышные, стройные. А если их много растет, то они тянутся в высоту. Тут им все хватает. Елочкам, пихтам. Вот, посмотрите. Шикарнейшие. Вот там вообще. Обратно пойдем, тут бересту заберем. Уже два клеща новых нашел. Будут подопечные. Короче, ребята, иду кричу. И жаба из-под ног. Я так напугался ее. Ёлки-моталки, эту жабу. Жабу напугался. Ты здесь, кто меня съест? Ты здесь? Ты здесь? Нам туда, ребята. Видите, это сибирский борщевик, пучка. Она съедобная. В принципе, можно ее поесть. Давайте поедим. Она, короче, этот. Вот сейчас сорвем. Вот этот, вот такой. Вот, едим. Вкусная, вкус морковки. И тут я обнаружил, видите, покопы. Везде покопы. Тут есть Поеденная пучка. Вот он, Мишка кусал. А вот сегодня скусил. Вчера был только вот этот был. И сегодня он приходит сюда питаться. И покопы. Кричу от медведя. Че? Либо он корешки искал. Видите, везде эти покопы. Че он тут ищет? Либо корешки этого сибирского борщика. Либо че? Вот лапка его. Вот сибирский борщевик. Вот. Пучка. Она съедобная. И медведь, видите, оставил вот такие покопы. Что он тут рыл? Какие растения? Не знаю. Но явно не мышка. Вот. Явно не это. И он и везде, видите, нарыл. Под каждым кустом. Что он искал? Неизвестно. А сибирский борщевик,
надо опасно, короче, при солнце сок может ожоги вызвать. И едим. Вкусно, вкус морковки. Ну, вот такие вот дела, ребята. Мы с территорию, как бы я до туда дохожу, чтобы позвонить. И с медведем делим. Смеркается, ребята. Окружающая обстановка вот такая. Поле, заросшее ивняком. Поле, заросшее ивняком. Вот лапка, видите? Лапка его. Ну, пистун, наверное. Пистун. Скорее всего. А раз на этой территории все поделены между медведями, раз пистун без мамы, то значит выискивает территорию, где он будет жить. Значит, тут большого медведя нету. Но Макс, хозяин избы, говорит, вон там дальше территория отмечена и большие следы медведя. Вообще, вскипяченый чай в тайге — это, ребята, праздник. Тем более с березовой чагой сделаны. Давайте, короче, сейчас снимем его, заварим. Избушка, избушка на курьих ножках. Так, уберем аккуратненько. Так. И заварим чаечек. Чаечек, чаечек. Так. Березовую чагу берем. Березовую чагу. Хлюп. Хлюп. Так, чая добавляем. Чая добавляем. Так, давайте добавим чая. О, само то. 3 часа ночи. Как он заколебал. Коко, коко, коко. 3 часа ночи. Да просто по мозгам долбит. Я на вас, кокушка, полицию подам. Время 3 часа ночи. Каку, 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 каку. С ума сойдешь.
дождливую ли погоду. Это, где есть пихтач и ельник. Вон, посмотрите, сколько этих ведьмина повело. Вот эти веточки всегда вас спасут. Они всегда сухие, смоляные, дают много жара. Поэтому мы их используем. Ну, давайте пройдем дальше. Вот они, маленькие, большие. Ну, тут давно уже человека не было, видите. Веточки все, в основном, где есть человек, обламываются они. Ну, вот. Ну, вот береза. С березы возьмем бересты. Ельник такой прекрасный. Давно уже, давно здесь не было человека. Жечь костер будем не там, где нам хочется, а там, где есть пень. Вот, короче, мы этот пень, ну, неправильно выбран, маленько это, но он пень. Вот здесь будем. Взяли бересты, взяли вот этих веточек. Сначала есть, и потом у нас все пойдет. У нас тут этот, какая-то уже принесенная дворина. Ну, дровин много. Ну, вот в этом роде будем разжигать именно костер. Не там, где нам хочется. Тут черемша, видите. Вон какая она сочная. Угощайтесь. Это однолистка. Есть трехлистка. Трехлистка — это вообще классная. Ну, вот так вот. Я меточки некоторые поставил на будущее. Ну, на долгосрочную. В чем ошибка этого костра? Во-первых, видите, нет, короче, защиты от дождя. Надо было выбирать под пихтой или елкой. Но тогда нам пришлось бы тащить пень. Это надо учитывать. Так что имеем это в виду. Вот ошибка этого костра. Ну, у нас солнечная погода. И нам позволяет, короче, чтобы дать отмашку медведю, что мы тут находимся, чтобы не было неожиданностей. Ни медведица не подошла неожиданно, и медвежат, короче, своих увила. Почувствуют запах костра, и у вас встречи с медведем не будет. Вы пропахнете дымом, и клещ на вас лезть уже откажется. Так что это все тоже надо четко понимать, тонко, интуитивно чувствовать. А пока что так. Костер сильно сначала не разводим, все обжигаем, потому что все сухое вокруг может загореться. И для костра используем, вот это у нас сырая будет, сырая, и равномерно сухие и сырые дрова. То есть мы какие-нибудь веточки сырые нашли, вот какие сырая ветка. Мы должны ее обязательно использовать для дров, чтобы у нас получился долгий нормальный костер. А чтобы долгий костер был, надо, чтобы нагорели угли на двух сыринах, и тогда у вас будет долгий костер. Это тоже надо понимать, учитывать, знать. Этот костер, вот, дымом идеально спасает от медведя и от клеща, но он вас не спасает от дождя. Идеальное место. Давайте пройдем. Сейчас посмотрим, где идеальное место. То есть под сосной вы не найдете такого убежища. А где есть елки, пихты, короче. Там, вон, смотрите, какое место. Оно и от зноя защитит. От палящего солнца. И тут прохладно. Вот идеальное место. Два ствола. Пихта. Елка. И посмотрите. Вот. То есть вы лежите здесь. Тут разводите костер. И дождь на вас не попадает. Вот идеальное место для шалаша. Ну, насчет трухлявости я уже показывал. У меня есть видео, где, короче, на упавшем дереве, покрытым мхом, короче, разводятся елки. Вот.
На труху. Ну, там все превратилось в труху и население, короче. Вот трухляшка. Она прекрасна для костра. Она будет хорошо дымить, но это сухая, короче. А то бывает трухлявая. Ну, пробираться, короче, проберемся. Маленькие веточки исполнили свой долг. Теперь пришло место для трухи. То есть, как этот... Ну, у нас костер нормальный. Пока что не будем класть. А так трухлю нашли, она дает много дыма. Дыма, а то, что нам нужно от медведя, чтобы отгонять костра. И трухля дымит и может использоваться для ноги. Всю ночь будет вас обогревать. Вот видите, использую, короче, сырые дрова. То есть сверху сырые, пень сырой. И сухие у нас долгие. Продолжительный костер, которого хватит вам обогреться на всю ночь. Если сухие дрова, они пыхнули как порох. И все, вам придется доготавливать другие дрова. А так все отлично. Ну вот мне место нравится. Классные перчатки нашел, повесил. Как бы все это. Но шалаш надо делать было здесь. Под вот этими великими пихтами. И елями. Видите, она защищает костерчик тут спиной к дереву. Все сухо, четко, классно. Там надо посмотреть, чага, наверное, на березе. Вот как видит медведь наш костер. Но ближе не подходит, думаю, что там пожар. Ну тут еще одно место, сейчас посмотрим. Вот под этой елкой, и там еще елка есть. Если пройти сложно, но мы с вами обойдем. Вот лиственничный трутовик. Лиственничный трутовичок нашли. Так. Вот тут тоже место классное. Вот тут. Тут костерок. Видите? А вот тут сами лежать. Но тут надо осторожно, под корнями могут быть змеи. Поэтому надо это учитывать. Это учитывать нужно. Речка. Эй, хорошо-то как. Солнышко, дождики кончились. Дымок, медведь не подойдет. Клещи отползут от дыма. Такие остроконечные пихты ели. Это красота только, ребята. Да и только. Вообще. И мы еще сделали себе пихтовую. Руки все пихтовые пахнут. Весь в пихте, пихтовую лежанку на солнышке. Если бы был дождик, тогда бы под вот этой могучей елью бы сделали. И костерок сделали, и пихтовую лежаночку. Ну, вот такие вот планы. А мы маленькие, где-то 85-й год лазили на нее. Отец ушел вверх, а мы на нее лазили. Ну, полежим, отдохнем. Давайте полежим с вами вместе. Обалдеем.
Вот и рыбу поймали. Давайте посмотрим, на какую обманочку. Чего, выплюнул? Выплюнул, наверное. О, вот обманка. Давайте его отпустим. Давайте отпустим его. Давайте отпустим. Ну-ка, стрельной. Поверит он в свою удачу? Или не поверит? Все дышит. Тебя отпускают. Ты можешь быть свободен. Давай, друг. Давай, 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 потихоньку. О, чуть-чуть-чуть-чуть, молодец какой. Как прелести. Ну что, пойдем еще полежим. А потом следом еще рыбку захочем, словим. Ребята, смотрите, какого поймал. Вообще. Сейчас, короче, положим и достанем рукой. Вот, вот он. Вот он, сука. Надо взять его. Видите, какой, сука. Надо посмотреть, бекрасы всякие. Но пока что не вижу. Мы тут не обрывались. Вот такая вот штука. Ну молодцы, мы с вами вовремя управились, все сделали. Что-то... Тепло, хорошо, ребята. Вообще, после дождя такое это, короче, получается... Сравнение. Костер наш угас. Неохота поправлять уже. Отмашку мы медведю дали. Лапотника наш. Ну и сняли босичком. Носки постирали. Вон висят, сушатся. Сейчас босичком побегаем. Песочек хорошо. Ножки отдыхают. А вокруг тайга. Тайга, ребята. И кричать неохота. Отгонять медведя. А вот по этой штуке мы заносили, короче, лодку. Короче, с этим. Ну, там я ломал руку. Было дело. Некрасивый. Поворот реки. Бока такие. Офигеть. Я, медведи, рыба. Пиха. Высокое солнышко. Шевелится. Вот такие вот они красивые. Вытянутся вверх. Тонкие вилки. Посмотреть, какая тайга красивая в солнечный день. А то дожди, дожди, пасмурная погода. Домой уезжать, короче, а она, красавица, распахнула свои двери своей красотой солнечной. Да, померзли. А сегодня тепло, куртку сняли. Хорошо, босичком, по тайге. Такая прелесть. Ах, как приятно, ребята. Пахнет сосной. Идем по тропинке. Там река. А, аромат, елки-моталки. Этот аромат давно уже не чую. Уже 3 недели. Первый раз, короче, почувствовал аромат сосновой смолы. Вон они какие высокие. Речка. Тут тропинка резко поворачивается. Идет в бок. Я просто в кайф.
смотрите, сосна, а под лесок, видите, ельник. Елка заселился почему-то, не знаю, сосна что-то не подоносит. И все израсходовал почву. В разную погоду одно и то же место в тайге смотрится совсем по-другому. Совсем по-другому. Вон вековой кедр, толстый-толстый. И растет высоту, растет толщину. Тут у нас осинка. Вон наверху видите чага. И суиль такой громадный. Ну, это пышная, она не вошла. Она вообще красивая с той стороны смотрится. Да, в разную погоду тайга по-разному смотрится. Сейчас она вот такая красивая, теплая. Сплошной кедрач. Сила к жизни, да, береза загнула, а она все равно листочки дает. Представьте, сила жизни. Это просто скала непроходимая, короче. Любовь к жизни. И течением ее, и паводком гнула-гнула, а она все равно стремится к жизни. Ну что, наши сморчки начали подсыхать. Вот смотрим, у которого шапочка, видите, вот такая. Вот такая шапочка. Вот они уже, вот эти вот. Видно, что он подсыхает. А есть влажные, совсем, ну, которые потом пройдут отбор. Вот этот тоже сохнет. Но еще не дошел. Вот этот хорошо пошел для сушки. Нормально. Ну, так что у нас процесс идет сушки на подстилке из хвои сосны. Процесс идет. Такая тут природа замечательная. И наши сморчки. Я подошел, клещ был неактивен. Как я подошел, он распустил лапки и стал ждать. Это уже 2 дня тут сидит. На эту соломинку забрался и ждет, чтобы прошел. Окружность вот такая. Такой лес, поле. Ну и вот я метку поставил. Он тут сидит. Телефон плохо сводится, короче.
получается на нем. Вот он. Ну вот, вот так. Теперь наших подопечных двое. На травинку забрался, просто травинки. Вот, и я подпустил его сюда. Теперь они двое сидят и ждут хозяина. Вот такая вот история. Ну, травинку мы засекли, метку поставили. Это, ребята, жарки. Еще их называют огоньками. Давайте подойдем поближе. Вот такой куст. Замечательный, шикарный. Само совершенство. Я тут раскрылся. Теперь их тут, ребята, 5 штук. Вот. 5 штук сидит. Один самец, 4 самки. А почему их не боюсь? Я рифтамидом антиклещ побрызгался, вот эти лобовые места. А с сапога они соскальзывают. И иду внимательно осматриваю кончики травинок. То есть кончики травинок. И клещей сразу видно. Ну, местность вот такая. Ну, это уже двое суток мы за ними. Там есть, короче, у нас просидели уже, короче, месяц. Залезли на одну травинку и месяц на ней сидят. Закат. Так, ребята, это подкаменчик. Вот он. Цвет можете посмотреть. Вон бикоросенок бежит маленький. Вот он как передвигается. И он делает себе вот такие домики. Вот видите? На камне домик. Вот бикорас. Бикорас в своем виде. Давайте бикораса перевернем, чтобы посмотреть его внутреннюю. Видите, какой цвет у него. Вот, вот такой цвет. И вот такой будет рабочий. Перейдем под каменчику. Разбираем его. Домик. Вот он, видите, сидит. Вот такой цвет. Вот такой цвет под каменчик. Вот какие заросли, посмотрите. Краснотал называется, ивняк. Ну как тут пройти? Тут просто никак не пройдешь. Хлеще, чем в джунгли. Река. Солнышко. Солнышко. Высокие ели.
Там тропа наша. Ну, поля черемши. Черемша вот она под ногами. Вот, угощайтесь, кто хочет. И рядом растет черемица. Внутренне очень ядовитая. Наружно лечит педикулез. Раньше дедушки его курили. И когда начали курить, стали добавлять табак. Поет речка. Давайте пойдемся таежными тропками. Там река. Солнышко отсвечивает. Только-только, короче, пройти. Вау, зацепил. Покрикиваем. Мишку предупреждаем. Так, заход на тропу будет. Вот он, заход на тропу. Надо идет бутылку поднять. О, ребят, смотрите, клюет. О, вот он хорюзинка, вот он, сейчас мы его будем отпускать. Петлявый, о, прыгает, вот такая мушка, вот, мушку посмотрели. О, есть тут, блин. А рыбка, когда отпускаешь, они не уходят, они все смотрят и смотрят. Он, смотрите, стоит. А что он будет стоять? О, ага, стоять. Как дал дёру, блин. И не стоит нифига. Да. Быстр, парень, быстр. Ладно, до свидания, Мишка. Мы сюда больше не вернемся в этом году, наверное. Все, тебе оставляем твои места. Это путь сибирский борщевик. Вот, сорвали вот так. Мишка любит учить. Ну, там фотосинтез тоже. И кушаешь. И Мишке оставляем. Он подходил вот тут что-то. Нарыл, рыхлил землю. Не знаю. Вот видите, сколько нарыхлил. И какой борщевик. Миша! Все, мы больше тебе мешать не будем. До свидания, Миша. Вот нарыхлил. Ну, а что он нарыхлил, непонятно.
Что он заклюл? Сибирский борщевик и это пучка. Любимые лакомства медведя. До свидания, Миша! До свидания! До свидания, Клещик. Ты 30 дней просидел, мы с тобой наблюдались. Теперь мы к тебе не придем. 30 дней сидел. Ну ладно, может кто-нибудь найдешь себе хозяина. 30 дней это время. И тайга вот такая, ребята. 30 дней. И в плохую погоду, и в пасмурную, и в ясную. 30 дней. 30 дней он отсидел. Мы вот 30 дней наблюдали, все, теперь покидаем это место тайги. Вот в таком положении. Все, обнимашки, обнимашки. Ну тут мышиные норки еще есть. Все, пока. Пока.